Публичные слушания проекта бюджета республики на ближайшие 3 года прошли сегодня в Госсобрании Ултумен на расширенном заседании профильного комитета парламента. На 2017 год доходная часть бюджета планируется в объеме 156 миллиардов рублей. Расходы составят 161 миллиард, дефицит 4 миллиарда рублей. При формировании бюджета госпрограммы в области здравоохранения, образования, социальной поддержки не были сокращены. По остальным финансирование уменьшилось на 3%. Объем инвестпрограммы на следующий год составит порядка 11 миллиардов. Будут определены приоритеты расходов инвестиционной программы Республики Саха-Якутия. Прежде всего, это будет жилищное строительство в рамках исполнения указов президента Российской Федерации по сокращению доли аварийного жилья на территории Республики Саха-Якутия, признанного таковым на 1 января 2012 года, и также выполнение обязательств по софинансированию в рамках тех средств, которые мы получаем из федерального бюджета.